Если ты хочешь попробовать Warface, то воспользуйся ссылкой в описании. С самого начала ты можешь выбить крутой приз из рулетки, а также получишь комплект могучих магма-шлемов и не менее могучих магма-пушек. С таким набором нагибать тебе точно понравится. Добро пожаловать в Warface, братишка! Ебукенти запущен. Да, запущен, сука, и заряжен на победу. Приветствую вас, леди и джентльмены. Натянут. Эх, другие подруги. С вами Маркет и Капитан Очевидность. В руках у нас ВССК-вый хлоп Warface, деточка, пригород. Headshot, baby. You get owned. Спасибо, да? Мрачина. Благодарю, Нарина. И отличненький анекдот. Анекдот такой. Британские ученые пока что не могут ответить, почему у российских, украинских и белорусских депутатов рождаются дети-миллиардеры. Headshot. Headshot, детка. Да. Та-дам, рам-па-пи-да, па-да-па-да. Новая снайперская винтовка нагибает. И, кстати, весьма неплохо пока что. Вы знаете... Ебукентий, да. Опущен. Я тебе, сука, дам опущен. Ты сейчас у меня сам опущен будешь и прокручен, и все остальное. Да ну, блин, что это за тыквы, сука, придумали? Кстати, где вообще хэллоуинские карты? Где они, разработчики? Вот. Да, не блин. Надо все, сука, убирайте так, свои братан, катан. Давай-ка нам показывай выхлоп, а не ТЭК-9. Слышь ты, давай не учи меня играть. На ближний ТЭК-9. Вот так вот уже... Все, выхлоп, сука. Глубокий и надежный. Ну, нереально выхлоп, сочно. Сука. И прочно выхлапывает на отличненько. Ха-ха-ха-ха, да! Ра-па-па-да-да-да-дам! И я ноги во все не дам! Выхлоп я с собой возьму и рачишек натяну! Ты разошелся, я смотрю выхлоп. Да! Могет, сука! Он просто выстреливает на отличненько! Давно я так не веселился, надо почаще мясо записывать, прям настроение огонь! Вот это вам, сука, не рэмы скучные крысины! Так, вот так, по самые помидоры! Holy shit, baby! Минус два, опа, ушел, тихо, стой! Эх, на ладно. Что, эта пушка получше будет, чем СВ-шка, ДВЛ-ка и прочее? Не-не-не-не-не, ну, она будет похуже, чем... Ну, лучше СВ-шки ничего нету, по той простой причине, что СВ-шка это недоразумение баланса нашей игры, скажем, как СИК-МПХ или ЧАПа, например, да? То есть это как бы, я тут не спорю, это все нагиб, это перебор, вот. А что касается каких-нибудь там... Да, наверное, в принципе... Выхлоп за топ-2 может побороться. Да, вполне может. У него плюс есть то, что он с глушаком, и все, он ваншотит прекрасно. Он ваншотит, у него глушак. Не знаю, мне сложно оценивать. Сейчас, в принципе, все эти пушки плюс-минус топовые, они одинаковые. Они не сильно отличаются. Но... Да, вот знаете, что хочу вам сказать? Пипец ты, бабуин. Почему в тебя всегда какие-то изичи играют? Ой, Кэп, ну эти вот пустые разговоры всегда пишут тоже. Почему против тебя... Да всегда, когда ты смотришь чужое видео, ты сам не сидишь за клавой, тебе кажется, что все, пипец, там одни нубы. Ну то же самое, у Капитана Паники посмотреть, причем турнирные эти нарезки. Вот тоже кажется, там одни нубы играют. Всякие там играют Капитаны Динго, всякие там магистры Йоды. Вообще какие-то нубы, а вообще не двигаться, ничего не видит, ничего не слышит. Это всегда так кажется. Вот сам иди попробуй поиграй. Совершенно другая песня получается. А на удачные моменты, как бы, ты смотришь, нагиб случается, и тебе кажется, что пипец, там такие нубы. Нет, там обычные игроки в основном. Да, сука. Ну вот по этому моменту сразу было видно, Ракутаги, уровень аима у тебя за снайпера. Мой уровень, ты давай-ка, вот кто бы мой уровень аима будет оценивать, так это точно не ты. И во-вторых, я за снайпера вообще не играю, что ты ко мне пристал? Кто же мне снайпера нашел? Мне вообще насрать на снайпера. Я не играю этим... Да, иди жопу! Негодники. И тем не менее, слышь, я такой весь нуб, по твоим словам, а я пока что лидирую. Вот, да, я нагибаю. В всяком случае, я стараюсь нагибать. Вроде получается, смотри-ка. Эх, бля, не всегда. Есть даблкил, детка. Чуть-чуть, я бы сейчас и этого забрал, без проблем, я думаю. Та-та-дам, та-да-там. Так. В общем, выхлоп. Пушка топовая.
отличительная особенность то, что если вы любите старые болтовки, скажем так, болтовки старой школы, особенно Макмиллан, я не знаю почему, но реально вот, вот из этой пушки удобно стрелять, понимаете? Я не знаю почему. Вот, например, СВ-шка, да? Она не такая удобная, к ней как привыкать надо, очень специфичная. А эта пушка напоминает Макмиллан, напоминает Кракен, то есть... Как-то удобно, вот ты открываешь прицел, как-то все, сука, понятно, как-то ты попадаешь. Никакого гемора нету с ней. Во, душевно. Тихо. Выстрел в землю — это лучшее, что я видел за все свои годы жизни. Кэп, если ты будешь продолжать в том же духе, эти годы будут недолгие, и жизнь твоя будет скоропостижной, понимаешь? Ты свой пыл поубавь и не забывай, что я мастер Винчуна. Говночуна, литербола ты, мастер, я дядя! Я реально учился, и, кстати, бесконтактной техники тоже. Кэп, если ты не закончишь, я тебе говорю, ты получишь вполне контактного пиздюля, понял? Вполне контактного. И да, твои энергетические удары и энергия ци, накопленная, сука, годами, как мана, тебе не поможет, я тебе отвечаю. Все-таки с чувством юмора у тебя так себе. Нормально. Не понимаешь ты шуток. Это чё, падла, мой чай пьёшь? Кэп, ну я специально, сука, заваривал для себя. Ты такой вообще, тебя спросишь, будешь чай? Не буду, сука. Отвернёшься записывать. Сука, он уже мой чай латает, блин. По-моему, вторую кружку пьёт. Вовсю, блин, лакает. Как, сука, собака. Ненасытный. Ладно. Остаёмся на позитиве. Да ну, блин, сука, какой позитив? Реально, тут мины эти, блин. Тыкву кто-то расставил. Задавали мужики. Пипец. А это что такое? Вообще имбола какая-то, что ли? Что-то мне так подрывает часто. Вообще жесть. Надо будет, кстати, потестировать эту тему тоже. Где, блин, хэллоуинские карты, разработчики? Я, сука, только начал эту тему. Мы с вами еще разберемся. Дабл килл, детка. Сука, чуть-чуть я промазал. Нет, стой. Тихо. Нет, опа. А, по красоте, детка. Эх. Чуть-чуть, вот тут на полшишки я бы минус 3 сделал в таких красивых прыжках, таких разворотов, блин. Ну вообще, я считаю, вот эта катка — это MVP моменты сплошные. Ну почти. Я должен забрать эту катку, должен. Мне кажется, я заберу сейчас, я заберу. Кстати, первый раз вообще играю с этой пушкой, реально, первый раз. Сука, мне нравится. Нравится, душевно идет. Давай, тряпка, возьми свои яйца в кулак и тащи. Тряпку в зеркале увидишь, у меня все четко как раз. Я не тряпка, я на первом месте. Хедшот, детка, уверенно иду, просто забираю, на нефиг делать. Минус 2, детка, давай. Минус 3. Эх, блин. Я заберу, все, вряд ли меня догонят. Тем более там тоже снайпер, давай. Эх, мама, нет. Нейтролог. Красава, Ракутаген. А, кстати, вообще, на втором месте... Хуй его знает, как тебе, Ракутаген, а по мне, какое-то оружие африканских горнолыжников. Кэп, ну у тебя руки просто заточены вообще под другой предмет. Тебе вообще не стоит болтовки в руки брать. Ты мне смотри, я про Винчун не шучу. 66 фрагов, 2.4 сыграли, да и меткость не самую плохую при условии использования ТЭК-9 показали. Вы знаете... Пушка мне реально понравилась. Это не СВ-98, это не топ-1, может быть топ-2. Но, как я уже сказал, сейчас снайперки все плюс-минус похожи. Одна из лучших по-любому. ВССК. Выхлоп классная, приятная. И что важно, с нее легко попадать, как из болтовок старой школы. И, кстати, если данное видео вам понравилось по каким-то причинам, вдруг, то ставьте лайки. По желанию, как хотите. Яйки чешите, это обязательно, без этого просто никуда. Яйцо почесал, ВССК. Выхлоп всегда будет ваншотить. 100%. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. И мы увидимся с вами.